Как известно, самая популярная модель – компания Audi – готовится к смене поколения. Речь идет о новом Q5, который сейчас проходит финальное испытание перед официальным дебютом в первой половине 2024 года. Пока прототипы все еще закрыты камуфляжем, но благодаря рендерам у нас есть возможность представить внешность серийной модели. Как мы видим, кроссовер получит более агрессивный и мускулистый дизайн. В передней части можно выделить широкую решетку радиатора, выразительный бампер, а также тонкие светодиодные матричные фары. В профиль новинка станет более массивной и солидной, а сзади Q5 получит более эффектный дизайн за счет нового бампера и красивых фонарей, которые будут соединены между собой узкой световой полосой. По технической части официальной информации пока нет, но мы ожидаем появления гибридных бензиновых и дизельных версий с небольшими электродвигателями, а также не исключены и заряженные модификации на базе актуального V6. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!